Прошу кадровую службу, анализ передовых регионов, отношение оценки руководителей. Мы должны с вами четко сформировать задачи каждого руководителя, руководителя той или иной отрасли. Этот руководитель должен отвечать не только за реализацию программ, он должен отвечать за людей, работающих в этой отрасли, за их заработную плату, за количество рабочих мест. Поэтому вот эти все показатели основные должны быть внесены. К этой оценке попрошу подойти объективно, каждый ее должен сам проанализировать для себя, мы ее обсудим. На это время мы возьмем с вами 3 недели. В течение 3 недель прошу кадровую службу это провести.